На перекрестке Пролетарской и Пионерской загорелся автомобиль. Владелец Тойоты вызвал спасателей, а затем принялся тушить легковушку. 72-летнему пенсионеру с огнем помог справиться случайный свидетель данного пожара. Мужчина с помощью порошкового огнетушителя, который он взял в автомобиле, потушил огонь до прибытия подразделения МЧС. Как только дым рассеялся, открылись последствия инцидента. Приборная панель не выдержала пожара и буквально расплавилась. Лобовое стекло треснуло и покрылось копотью. У передних сидений сгорели коврики, пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.